Сельскохозяйственной машины с маркой «Россельмаша» знают не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Замечательными трудовыми успехами отличаются рабочие, сборщики главного конвейера. Здесь трудится смена Дмитрия Белецкого. Только одна из его бригад собрала 70 комбайнов сверхплана, а весь цех изготовил несколько сот сверхплановых машин. Это достойный трудовой подарок россельмашевцев пленуму Центрального комитета партии.